Я зачеплю тему F-16, от, як ви кажете, як експлуатант F-16, Ізраїль. Ви, очевидно, добре знаєте про ці літаки. В Україні вони вже теж з'явилися. Ми не володіємо цифрами, скільки, і це добре, що ми не володіємо цими цифрами, хоча преса писала про 6 одиниць нідерландських. Може бути і більше. Не знаю, абсолютно не знаю. У вашому розумінні F-16 для України – це все ж таки про ППО, те, про що писала теж преса, чи це має бути в будь-якому випадку, це має бути все ж таки для наземних операцій? Это и то, и другое. На чуть более на раннем этапе, как мне это видится, я опираюсь и на мнение профессионалов настоящих, в том числе даже на официальные заявления представителей воздушных сил Украины. Новый самолет, новые реалии, отсутствие боевого опыта, причем боевой опыт касается не боевой опыт пилотов, а боевой опыт на этом самолете с новой техникой нового типа. Причем боевой опыт важен и для наземных специалистов, и специалистов управления, контроля, разведки и так далее. На первом этапе выглядит, что действия должны быть, не то что должны быть, но это логично, достаточно осторожными и ограничиться ПВО, и, то есть борьбой с крылатыми ракетами и беспилотниками, и операциями, скажем так, ударными, но такими, которые не влекут за собой дополнительный риск. А вот дальше с набором опыта F-16, даже несмотря на то, что их очень мало, это не самая новая модель F-16. И разного рода объективные проблемы имеются. Тем не менее... Это летак холодной войны, по сути, как его называют в какой-то мере. Летак часів холодной войны его называют. Это великий самолет, суперудачный, проявивший себя очень и очень хорошо и по-прежнему не утративший своих возможностей даже в том виде, который он поставлен в Украине, это не новейшая модель. А есть же ведь и новейшие модели. И я, кстати, желаю украинским военным когда-нибудь в обозримой перспективе заполучить и новейшие самолеты, хотя бы в небольших количествах. И тогда у украинцев появятся очень интересные новые возможности. Кстати говоря, воздух-воздух именно. В нынешней конфигурации самолет по своим возможностям воздух-воздух несколько ограничен, потому что ему противостоит противник все-таки с гораздо более новыми самолетами, имеющие дальние ракеты, имеющие дальнобойное ПВО. Здесь серьезная проблема. Очень многое упирается в то, какие системы радиоэлектронной борьбы будут переданы с истребителями F-16 или уже переданы, и насколько можно будет чувствовать себя уверенно, и какие будут риски. Но, несомненно, как ударник F-16 себя проявит. Он в плане носителя ракет ХАРМ противорадарных, противоПВОшных, он, безусловно, более эффективен, чем те советские самолеты, которые украинцы сейчас используют для этих целей. В качестве носителя бомб GDAM или SDB, вот этих забрасываемых с большой дистанции. А бомбу SDB можно забросить в дико оптимальных лабораторных условиях с дистанции 110 километров до цели. То есть реально это не так, конечно, будет, но это просто показательно, насколько большой дистанции можно эффективно поразить точечную цель. Так вот, F-16 будет эффективнее советских самолетов и в этом плане, и против ПВО, и на каком-то этапе он в той или иной степени может бросить вызов российской авиации, которая действует относительной близости от линии фронта. Здесь-то будет требоваться очень четкий расчет и понимание собственных возможностей, рисков, и что против кого, и как это работает. Безусловно, это серьезнейший фактор. Он добавит Украине возможности защиты украинского неба в тылу, ударных возможностей и кое-что в ПВО тоже. Нельзя забывать, что в ПВО, я имею в виду против российской авиации на каком-то этапе, важно понимать, что истребители – это одно из лучших ПВО на самом деле. Это машина, которая может оказаться через час в одном месте, а сейчас быть в сотнях, многих сотнях, если не в тысячи километрах оттуда. Это огромная маневренность между театрами, это возможность преподносить противнику сюрпризы. Проблема в том, что украинцы только в начале этого пути, и дело не только в количестве самолетов, которое очень невелико, оно, кстати, будет потихоньку расти. Понятно, что от этих 6 или не 6 самолетов украинцы перейдут в относительно обозримой перспективе к десяткам, к эксплуатации десятков самолетов. Однако очень важны и другие возможности. Важно создание ВВС как целого механизма,
западного типа, а это подразумевает и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения, которые шведы поставили. Это более новые самолеты, которые смогут истребительные возможности именно в качестве борьбы, для борьбы с российскими истребителями действовать более эффективно. И вот здесь бы дождаться поставки новых версий F-16. Это самолеты-заправщики, которые позволяют находиться в воздухе долгое время, брать больше груз и так далее. Это все наземные системы обеспечения разведки и контроля. И, конечно же, системы вооружения радиоэлектронной борьбы, а также набор опыта боевого, опыта эксплуатации, опыта боевой работы в разных сферах, днем и ночью в разных погодных условиях. То есть все это очень длительный, сложный процесс, требующий огромных ресурсов. Украинцы находятся в начале этого пути, но даже в начале от этого пути толк будет. И толк будет возрастать потихоньку по мере получения новой техники, новых вооружений, приобретения опыта.